Так, ну что, гениальные составы. Гениальные составы, let's go. Let's go, попробуем. Let's go. Гениальными составами, когда бы мы еще так сыграли, да? Втроем. Чисто там нагинги, чисто там Зевс и Эжи, там собрались душить как надо. На Патме задушил бы, нифига себе ты. Душиловка, что ли? Не надо вот это дело. Я бы вам принес победу тут. Да я знаю, все в чате. В чате. Вот так вот делаем, да? Хорош. Сларки бары. Некролути. Спектры. Спектру банят. Ай же есть. Тиника тут даже. Так, ну Тиника отправили, да, в банчик? Ладно, я понял. Тиника нас... Ну, Тини забанили. Без Тини. Ставили. Без Тиника нас оставили. Хорошо. Так, ну что, что у нас получается, ребятки? О, щит. Let's go, что-то будем пробовать делать. Чё, центральный коридор против Тинкера очень хорошо стоит. Не говорите, что опять придется на ДК бегать. С канала они сейчас параллельно играют. Я знаю, друг, я знаю, с кем мы играем. Так, ЕСа забрали, да? ЕСа забрали. Я центр пойду. Не парьтесь. Не парьтесь, центральную пойду. Хорош. Скелетончик. Скелетончик, хорошо. На Зете не хочется, на Зете каждую игру играешь. Посмотрим по пику. Посмотрим по пику, что там. Можно Магнусом в закидушки поиграть. Так, ага, это Вивер. Вивер, это значит, надо что-то быстренькое. Что-то быстренькое. У нас, в принципе, активный пик, да? Вивер, это что-то быстренькое. Леончик? Клеончик. Будь здоров. Замедло. Не будет нам хватать чего-то, я так чувствую. Вайпера попробуем. Вайпера попробуем. Почему нет? По-моему, центральная нормально будет. С вайпером должно. Раньше такое было, только теперь они втроем в одной команде. Да, да, было такое. Вай сюда. Только зашел, какая по счету игра? Вторая, первую мы проиграли. Да, у нас, я типа не думал, что он будет там звать кого-то, типа, знаешь, я думал, там игры с подписчиками будут, как мы обычно делаем в зарубах, а он там позвал ребят, как говорится, не того уровня, понимаешь? И то еле, в принципе, мне кажется, еле они выиграли, потому что я слоты поднял, несмотря на то, что я как бы бегал 1-4. В 9-10 я закончил. Более-менее еще. Так что хз. Стрим оставишь? Стрим, не знаю, посмотрим. Хорош. Два с половиной зрителя. Ясно. Дефолт на... За спиной все могут говорить, в лицо никто не скажет.
в лицо не скажет. Пусть за спиной гавкает, как говорится. Еще тот чел на шейкере, бойтесь. Да что там бояться, господи, я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Ну тут да, ЕС четверка, кстати, будет. Скорее всего, закрывашки будут, да? 4, я не буду драться. Минус отдаем. Они тут четвером. И суду. Пройдемся. Ты думаешь, забирай больше? А, вот оно что. Окей, отдаете мне, я понял. Я не думал. Хорош. Не думал, что мне оставлять будут. Окей. Так, вивер на стреме, да? Значит, четверошник вивер будет и ЕС будут. А вот переаграми фармить будет. Переаграми фармить. Ага, я так и понял. Я так и понял. Найс, фисура. Я так и понял. Отсюда фисуру дал, да? Я понял, все окей. Окей. Ганганули пацаны, дали буста немножко. Нормально. Нормально. Маленькая оплошность называется. А, ботл они ему дали сразу, да, получается? Но он только по КД своего первого будет тут фармить, все, не иначе. И все. Только по КД своего первого. Да ты шо? Хорош. Если это промах будет, это, конечно, будет забавно. Так, этот сапог. Хорош. ЕС уже идет. Хорош, кого-то идем. Еще с вивером. Just keep у них в тиме? Кто сказал, что у них just keep в тиме? Уже бегут, да? В роум, пацаны. Хорош, я понял. Ну, пацаны такие, чисто на активах. Бегают. На активах, пацаны. Да ты шо. Хорош. Ребята на топе размениваются. Красавчики. Давайте отойдем чуть-чуть. Закинем хилку. Я не знаю, на каком расстоянии у него вард стоит. Просто чтобы тут не облажаться. В нужный момент. Будешь кнопку отдавать? Че, ЕС уже тут, да? ЕС уже тут, я понял. ЕС уже здесь. ЕС уже здесь, тримит. Тримит. Хорош, замерзнет, да? Замерзнет, это смерть, по идее. Хорош.
Главное, колотим и все. Чем больше наколотим, тем лучше, парни. Хорош. Там нет майна, это СМХ. У 9 Аки в бане и у 7 тоже, да? Ну понятно, короче. Стандартные изи плееры, да? С мапхаками. Я, в принципе, подозревал, что там что-то такое должно быть. Там чисто, знаешь, такие пацаны, которые стримят. Там у них 30 онлайна и решили такие зайти с МХ побахать, показать, что они такие там, ну знаешь, крутые. Повыпендриваться чуть-чуть. И типа, ну, кайфануть с этого. Максимальное осуждение. Максимально. Таким ребятам максимальное осуждение. Так, на карте никого нету, да? На карте никого нету. Ага, три внизу, да? Хорошо, можно стоять. Три внизу можно стоять. Ну вот, а вы просили ВС кого? Кого взять ВС Тинкера на мид? Вон, смотрите, что бедолашка стоит, трусится. Трусится в стороночке. Жалко, ТП нету, да, парни? ТПшки нету, не надо нафармить ТПшку, так не пойдет. Надо ТПшку, парни. Сейчас нафармим. Хорош. А потом пацаны спрашивают, а почему к нам так плохо относятся, да? Потому что, ребятки, вы юзаете софтик и в бан-листочках сидите. Такое дело. Прям такой расклад, это вообще ГЖ. Да должны. Должны. Я так думаю, должны справиться. Тинкер не фармит. Тинкер не фармит, надо просто сейчас задавить ласхитом. Ласхитом задавим и все. Пока что колотим. ТПшка есть на дайвы. Так что фармим. Жесть, там внизу весело. А, у него хоста. Но это такое себе. Я тут один дерусь, да? Че, могли расконтрить, кстати. Могли расконтрить. Гоу, гоу, гоу. По-моему, Тинкер тут наш. О, хоро... О, это что, не имхашник, что ли? Видели, что делает парень? Промах даешь или нафиг идешь? Дорогой. Иди сюда, сладенький. Пацаны ловят его? Отлично. Красавчик. Что там, тинкерочек, кусочка стоит, да? Состав у вас перевес, нет? Почему перевес? Только состав немного улучшили и все. Улучшили. Да, мы выиграем тут, я так думаю. Тут, я думаю, уже выиграем. Медасик, окей. Хорош. Сейчас буду дезморалить, говорит. Правильно, правильно. Там пацаны меня говном поливают, что я там слабо укончен будет, что они там еще говорят по классике, как бы. А тут надо немножко бы как бы на место поставить. Я говорил, что у нас недобор. Немножко и все. Чувачок на тинкере вовремя, да, выбегает? Прям четко выбежал на лоу хэпового, да? Нормально. Я по чуть буду бурить. Хорош. Даст ты бы взять. Ладно, стоим. Надо от ТПшек работать. И даст ты надо взять.
Да мы такими составами будем играть. Пока что. Пока что таким составом будем играть. Погнали. Жесть, там вниз выбегает вообще страшилка какая-то. На низу просто вся игра. Это называется, когда стример, да, внизу. Только стример сейчас на миду, но с вайпером не хотят стоять. Сейчас телепорт придет, я тпхнусь тоже. Хорош. Мне самое главное, то, что я мид выиграл. Все остальное мне не нужно. Понимание. О, ДДшечка, найс, неплохо. Ребята душат. Погнали. Главное то, что я мид выиграл, все остальное мелочи. Нет, там не заберу его. Там уже не заберу, ЕЦ вовремя подошел. Исуры. Немножко неудачно получилось. Печально. Интересно, ЕС шел туда или он уже стоял, ждал меня? Мне вот этот момент прям очень интересен. Так, жалко, что не добил, печаль. Я, наверное, худ тут сделаю, пайп для команды. Отлично зайдет. Дэшку поломаем. Пайп сделаем. У нас Леорик будет дамажить, у нас очень много дэмэджа. Я буду дамажить. Меня уже обходят, да? Хорош. Обходят, пацаны. Ганга идти. ЕС Аркану взял уже. Так, это хорошо, молодец он. Аркану сделал. ПХшник с треками, да, тут? Сейчас худецкий сделаем. Уже есть, в принципе. Сейчас этого крипа и ху. Там кто-то еще шел, да? Не-не, гетбэкаем. Под треками сейчас отлетим. 4. Очень нагло работают. Хорош, давай его хотя бы. Отлично. Есть красавчик хайскил. Ура через всю карту. Так, добей, пожалуйста. Отлично. Ребята там сами должны справиться. Я центральную толкну. Сейчас через аппарата может закинуть. Нет, нормально. Отлично. Очень плохо, что БХ под ногами. Вот так сделаем. Хорош. Но я раскайчивал и того пытался на замедло взять. Отличная драка. Все равно в нашу пользу. Надо отойти. Я бы. Давай, давай, давай. Хорош. Нет, я на вайпере очень редко играю. Я не люблю таких героев. Это не имха, а баг. А, нормально, круто. Сейчас бы фок кликать, да, и типа... Говорит, что это типа не имха, осуждаю максимально. Осуждаю максимально за такую тему. Но мне так кажется, что это какой-то зашквар так говорить. Фок-клик есть фок-клик. Если тебя уже с фок-кликом спалили, то ты неудачник. До свидания. Это жижи. Посмотрим сейчас, что этот чувачок будет делать.
Давай, давай, я побежал. Хорош. Отлично. Чуваки там уже друг друга кикать. Ну, понимаю. Пацаны, без морали она такая. Без морали она такая. Его пробовать. Вот сейчас фок кликаю. Вообще жесть, я профессионал доты. Я гроссмейстер этой игры. GG. Есть. Но мне кажется, тут ГГ. Некстовая катка. Нам нужно 15 минут. Вы чё, все топ-тбшили? Топ-тбшили. Го прям фиас на бабки, говорит. Кто там на Тинкере? Какой у него никнейм в топ-тб? Там... Какой у него в топ-тб никнейм? Сколько там ПТСов я на миду сейчас выиграл? Сколько ПТСов на миду выиграл? Вот, отойдем. GG. Клик бахи в смоках на Риксара. А, так это не баг, нет. Там через логи же все понятно. Через логи там же изи. Там же видно, что через логи. Какой там МХ? Там МХ 100%, дядь. Дядя, это до свидания. Ты извини, конечно, дорогой. Так, да тут, походу, ГГ будет моему другальку, да? Блин, на мне трек висит, я не догоню его. Там ЕС идет, могу ЕС принимать. Я смогу пройти? Не могу, закрыл. На бабки, говорит. Есть спонсоры у нас? На бабки там хотят пацаны зарубиться. Есть вроде спонсор у нас. На бабки те же составы, интересно, или нет? То есть тут нужно сразу обговорить составы. Если на бабки они собрались играть. Если они собрались играть на бабки, то нужно определиться по составу. Я его не догоню, там травула, блин. Надо будет что-то такое. Тинкера заменят, думаешь? Го-го-го. Хорош. Отлично. Хорошо, что даст ты взял, отлично. Заходит. GG. Жандар спонсор. Жандар такой. А я в смысле? Подожди, говорит. В смысле я спонсор? Жандар сейчас такой. Не-не-не, я на это дерьмо не подписывался, да? Там пацаны на бабки собрались играть. Яшку взяли для МСа, погнали душить. Хорош. Спасибо, ребятки, всем, кто на стриме. Не забывайте, что розыгрыш уже в пятницу, ребятки. Уже в пятницу буду оглашать победителей. Что нужно сделать, чтобы попасть в розыгрыш, ребятки? Ссылка в описании, канал VoemTV, подписывайтесь. Находите видео с розыгрышем. С розыгрышем. Там просто комментарий оставляйте. Есть шанс рандомно выиграть, конечно же, немножко капсов. Там около 200 выигрыш составляет. Так что, ребятки, не проспите вспышечку. Все будет огонек. Я не знаю, такое себе. Тут Тинкер сейчас расстреляет просто. Я сюда закину. Тинкера надо цепануть. Опа, добрый вечер, тут дядя Леорик пришел. А этого тоже заберем. Этого тоже заберем. ПХшник там в инвизо стоит. GG. Ахма чисто моралит их, там паузы ставит. А, ну осуждаю максимально тогда. Осуждаю максимально. Ну, типа, да, вот разница сейчас совсем другая. Жесть. GG next. Сдаются пацаны, да? GG next. Пусть ливают. Правило такое. Пусть ливают.
Гегего Next, пацаны, пишут. Хорош. Есть доски? Гоу. Почему нет? Чего даст ты? Ух ты. Так, БХ тоже покинул эту игру. Гоу, пайпуху. Там Леорик запрыгнул. Ляша делает. Это что, псих? Хорош. Что за клоунада просто? Пацанов наверх на нит. ГГ. Ну, не знаю. Задушили. Задушили. Так, не знаю, будут ли они менять составы или нет, но получилась такая катка, когда все стримеры зашли. Тут, конечно, шансоидов очень мало у них. GG. GG. Че, ты все сделала? Хорошо.